Папа, здесь видно, что у дяди очень большой долг. Что ты спрятал? Ничего. Когда я пришла, ты ведь что-то спрятал. Это не документы? Просто документы, где есть цифры, мамочка. Значит, это если так. Если я выйду замуж за Умара, я и Афрузи отомщу. Осталось немного времени для достижения цели. Я должна раскрыть все проделки Мардона. Он еще ответит за все и сядет за решетку, что убил Азиза. Ладно, скажу. Только убери свой нож. Мой папа умер. Остались только вы. Кому мне говорить слова, которые мучают мою душу? Почему Мардон враждует со мной? Кто на самом деле этот негодяй? Что он хочет? Я отомщу. Но не потому, что я люблю своего отца или я его сын, а за невинно пролитую кровь одного человека. Ой. Ну вот. Везде беспорядок. Не могут аккуратно посидеть. Вот так вот. Можно же вот так вот все положить. Фарида? Идемте. А что ты делаешь? Убираюсь. Не видите, что ли? Слушай, мне нужно работать. Оставь тряпку, я сам вытру. Дай мне, дай ее. Работайте, если у вас есть дела. Дай мне тряпку. Завари мне чай, пожалуйста. Меня жажда мучит. Хорошо, я сейчас протру здесь. Я сам сделаю. Я не поняла, вы сами будете убирать? Фарида, а что со мной? Иди. Ладно, сами знаете. Я заберу мусор, ладно? Ладно, иди. Хорошо. Иди. Черт возьми. Куда делись документы? Или Фарида увидела их? Куда же она их положила? Алло. Да, слушаю, папа. Ты вчера не унес те папки? Нет, не уносил. Тогда где они? Я положил их под стол. Эй, их нет под столом. Или ты, может, унес? Нет, папа, не уносил. Тогда где же они? Я положил их под стол. Эй, разве ты их не спрятал? Вы же видели, как пришла мама. Поэтому я быстро положил их под стол. А потом не было подходящего момента посмотреть. И я забыл. Документов нет на месте. Лишь бы твоя мать это не увидела. Папа, они должны быть под столом. Вы хорошенько посмотрите. Ну ладно. Глупый мальчишка. Лишь бы все было хорошо, а иначе... Черт побери. Документы опасно оставлять дома. Их надо перепрятать в другое место.
Посмотри. Я ознакомился с этим делом. Фирма маленькая, и бизнес нормальный. Слушайте, зачем нам вообще новые партнеры? У нас и так достаточно партнеров. Их три. Умар, мы должны еще расширить наш бизнес. Пока мы сейчас продолжаем дело, начатое отцом. Самостоятельно мы ничего еще не начали. Я хочу начать свой бизнес с помощью этого партнера. А папа разрешит? Пока я сказал только тебе. Я советуюсь с тобой. Я хочу, чтобы был мой личный бренд. Ну хорошо, вам виднее. Но будьте осторожны. В этом деле нельзя ведь рисковать. Не переживай. У меня достаточно опыта. Умар, нас четверо детей. Это значит, что четверо наследников. Богатство нашего отца будет разделено на четыре части. Каждому из нас достанется незначительная доля. Понятно. Значит, все дело в этом. Выходит, вы считаете, какое наследство достанется? Я так и думал, почему это вы решили стать самостоятельным? Умар, я подумал, даст Бог, у меня будут дети, будет семья. Ты понимаешь? Я должен стараться для себя. Ты хочешь всю жизнь жить в тени отца? Каждый ребенок живет в тени своего отца. Но надо знать границу. Мы не маленькие дети. Мы должны думать о нашем будущем. Хорошо, объясните мне одну вещь. Партнер, о котором вы говорите, он пришел сам или вы его нашли? Конечно, пришел сам. Я ознакомился с предложением Икром Замолова. После этого изменил свое мнение. Ко мне пришла мысль, почему я не могу быть самостоятельным. Понятно. Вы уже все решили. Тогда почему вы советуетесь со мной? Когда начнем работу, мы столкнемся с новыми партнерами. Просто не хочу, чтобы ты потом удивился. Ладно, оставим это. Как тебе мой новый план? Я не согласен. Если я скажу так, вы измените свое решение? Не измените, я знаю. Вы уже все для себя решили. Значит, мой ответ ничего не решает. Да, кстати, брат, меня беспокоит одно. Что? Лишь бы вы не совершили ошибку. Ты еще увидишь. Камул? Умар. Как ты, друг? Хорошо. Как ты сам? Хорошо. Слушай, до каких пор ты хочешь так прятаться? Скажи. Сейчас Мардон может следить за каждым нашим шагом. Он все равно будет искать свои деньги. Слушай, у тебя есть какой-нибудь план? Есть. Я хочу уехать в Казахстан. Побуду там некоторое время. Вернусь, когда все уляжется, понимаешь? А деньги? Ты заберешь деньги? Не будет проблем на границе? Деньги останутся у тебя, я доверяю тебе. Послушай меня, ты меня ставишь в тяжелое положение. Давай решим это дело правильно. По правде говоря, с того дня мне нет покоя. Ты знаешь, что будет, если кто-нибудь увидит у меня столько денег? Не беспокойся, никто не заметит. Даже если узнают, ничего не будет. Потому что ты сын богача. Никто не будет подозревать тебя. Это нормально, что у тебя будет столько денег. К
Как ты не поймешь? Мой отец хранит деньги в банке. Мы снимаем нужную сумму, когда нужно. А в той сумке находится больше 200 000 долларов. И вообще, я зря вмешался в эту игру. Друг, ты начал помогать, так помоги до конца. У кого сейчас я буду просить помощи? Кроме того, здесь есть и твоя доля. Это дело мы совершили вместе. Во имя нашей дружбы помоги, брат. Камол, как ты не можешь понять? Я не думаю, что наша дружба измеряется этими деньгами, а? Омар, я сейчас не могу ни у кого просить помощи. Ты поможешь? Ладно. Спасибо, друг. Что вы здесь делаете? Как ты, Афруза? До каких пор ты хочешь избегать меня? Нам надо поговорить. Нам с вами не о чем говорить. Уходите. Слушай, Афруза, до каких пор ты будешь обижаться? Может, хватит? Прошу вас, Джасур, больше не появляйтесь на моем пути. Я не хочу с вами разговаривать. Джасур, вы приехали за мной? Вы говорили, у вас много дел. Но все равно приехали. Я готова. Поехали. Извините, заставила ждать. Вы куда-то уезжаете? Это... Да, мы едем в ночной клуб. Отдохнем там. Значит так? Кстати, Афруза, уберись в моей комнате. Я вернусь поздно. Не закрывай ворота на замок. Поняла? Хорошо. Приятного отдыха вам. Афруза... Поехали. Опаздываем. Идемте. Идемте. Опоздаем. Надо найти вора. Он украл все мои деньги. А вы до сих пор его не нашли. Я тут спокоен, думал, что вы напали на его след. Хозяин, мы ищем. Если вы ищете, где деньги? Если бы мы заявили в милицию, они давно бы уже нашли. Хозяин, где только мы не искали. Слушай, ты, где ты искал? Надо лучше стараться. Ты делаешь вид, что ищешь. Еще говоришь, что ищешь везде. Извините, хозяин. Я сейчас нахожусь между двух огней. Вы знаете почему? С одной стороны деньги, с другой мое положение. Если мы не найдем этого вора, все скажут, что Мардон ни на что не способен. Не может найти даже вора. Хозяин, я думаю, что это сделал не чужой. Может быть, это какой-нибудь ваш близкий знакомый? Нам проследить за ним? Мне все равно, будете следить или нет, но вы должны его найти. Я не отдам им так легко эти деньги. Ты хорошо меня знаешь, да? Найдешь, получишь вознаграждение. Я знаю, хозяин. Если не поймаете его, я вас накажу. Я вас так накажу, что не будете рады. Хорошо, понятно. Понятно, хозяин. Понятно, хозяин. Понятно. Теперь идите отсюда. Пойдем.
Как ты, Афруза? Что с тобой? Ты почему без настроения? Да так, ничего. Не скрывай от меня. Говори, что случилось? Я ходила в магазин за фруктами. И что? Я увидела Джасура. Он хотел поговорить. Это же здорово. Вы поговорили вместе? Я не согласилась. Но почему же? Может быть, было бы лучше, если бы вы поговорили? Я подумала об этом, но тут вышла вдруг Ясмина и встала между нами. Начала всякие слова говорить. Как всегда, эта девушка помешала вам, да? Они собрались ехать в ночной клуб. Что? Они уехали вместе? Вместе. Ты знаешь, Юлдус, я не ожидала такого от Джасура. Оказывается, он приехал за Ясминой, а не за мной. Случайно увидел меня и хотел поговорить, но он... Я не понимаю. Он способен на такую низость? Ясмина только и ждала, чтобы подколоть меня. Кто знает, что они там вместе делают сейчас. Я даже и думать об этом не хочу. Ну ладно, Афруза, не переживай. Если этот парень недостоин твоей любви, лучше просто забудь его. Все мои чувства я к нему разделю на мелкие частички. Как вот эти фрукты. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать. Спасибо. Что закажем? Закажи, что хочешь. А вы не будете есть? Есть что-нибудь выпить? Принесите что-нибудь покрепче, хорошо? Вы хотите выпить водки? Что-то мне немного грустно. Поэтому захотелось выпить. У него испортилось настроение, потому что он встретил Афрузу. Приведу как-нибудь его в порядок. Джасураке, давайте сфотографируемся. Сейчас. Ой. Улыбайтесь. Ну-ка, улыбнитесь. Теперь я это выложу в Инстаграм. Еще что-нибудь нужно? Нет. Приятного отдыха. Спасибо. Все, хватит. Не пейте так много. Джасураке. Может, хватит? Ясмина, сегодня я хочу напиться. Ясмина. Да? Ты кого-нибудь любила? Что это значит? Вы же знаете, я люблю вас. А вы безразличны ко мне.
Давайте потанцуем, я сурокя. Нет, нет, не хочу. Идемте. Ну, пожалуйста. Не буду же я танцевать одна. Я сурокя. Идемте. Так, идемте, Джессураке, потанцуем. А что нет, тут плохого? Нет, не хочу. Идемте, поднимем настроение. Потанцуем вальс. Алло. Как ты, Осио? Ассалам алейкум, Умараке. Спасибо. Что-то тебя сегодня не было видно в компании. Извините, не смогла пойти. Как ты себя чувствуешь? Почему не пришла? Вы знаете, с утра пришли люди спрашивать свой долг. Они мне угрожают. И о вас спрашивали. Я же им говорил, что сам разберусь. Зачем они беспокоят тебя? Не знаю. Они не понимают, Умараке. Ладно, ты не переживай, найдем какой-нибудь выход. Пока отдыхай. Завтра увидимся в офисе, хорошо? Ладно. Пока. Черт побери. У кого могу взять денег? У кого? Заходи. Хозяин, получили результаты ДНК. Вот. Ну-ка, дай. Хватит, не пейте больше. Вы перебрали. Ясмина, мне плохо, поэтому пью. Вы никогда так много не пили. Это много. Ну давайте, уйдем. Оставьте. Довольно. Уйдем. Отстань. Посидим еще немного. Еще рано. Посмотрите на время, уже час. Я никогда так не возвращалась поздно. Они будут переживать. Уйдем. Ну хватит уже. Вставайте. Пора уже. Осторожно. Где моя машина? Там, да, или... Подождите. Вы хотите повезти машину? Вызовем такси. Что? Зачем тебе такси? Вон готовая машина. Нет. Я вызову такси. Вы в плохом состоянии. Слушай, Ясмина. Ты меня любишь? Почему вдруг спрашиваете? Сколько бы я тебя ни мучил, ты все равно любишь меня? Да,
Буду любить до конца жизни. Ясмина, а если я совершу ошибку, ты меня простишь? Что это значит? Все ошибаются. Спасибо тебе. За что? За все. Хозяин, вам плохо? Йолдус моя дочь. Я ее отец. Имран? Йолдус моя дочь. Я ее отец. Знаешь, когда мы расстались с Нурией, она была беременна, да? Кто еще знает об этом? Кто? У меня есть дочь. Имран, у меня есть дочь. И я думал, что я один на белом свете, что у меня никого нет. Оказалось, у меня есть дочь. У меня есть ребенок. Наверное, она сама об этом не знает, да? Нет. Пусть пока не знает. Если она узнает эту правду, она даже не представит себе прошлое. Ведь она невестка нашего заядлого врага. Да. Вот это да. Посмотри, что сделала судьба. Надо же ей было выйти замуж за сына Бехруза. Если я уничтожу его и его семью, тогда что будет с моей дочерью? Черт побери. Все запуталось как-то. Может быть, надо изменить наши планы? Сначала я должен... Все уточнить. Интересно, сколько месяцев она была беременна, когда рассталась со мной? Неужели я, дурак, этого не заметил? Столько лет уже прошло. Почему она мне не сказала правду? Черт. Зато я отец. Йолдус моя дочь. Имран? Интересно, если я спрошу денег у матери, она даст? У нее всегда были деньги. Наверное, даст. А вдруг она спросит, для чего? Ну, скажу, что понадобилось для чего-нибудь. Мама, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как вы, мамочка? А как ты сам? Да, хорошо. У тебя хорошее настроение. У меня есть новость для вас. Что это за новость? В общем, я хочу начать один бизнес. Правда? Ко мне подошел партнер. Он сам меня нашел. Мы хотим составить договор. Ну, хорошо. Что вы на это скажете, мама? Очень хорошо, удачи Не тебе. Надо говорить о деньгах около брата. Иначе он начнет сомневаться. Ну ладно. Ладно. Спрошу позже. У тебя все получится, сынок. Я знаю. Что же мне делать? Откуда взять деньги? Или пока использовать из украденных денег? Мама? Да, Умар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как отдохнули? Хорошо. Как ты? Ну, я хотел спросить у вас. Да. Это... У вас есть деньги? Да, есть. Зачем тебе деньги?
У меня появились расходы. Ну ладно, сколько? 50 000. Долларов? Да. На что ты хочешь потратить столько денег? Я хотел купить новую машину для себя. Для личных... Мы недавно купили новую машину. Зачем лишние расходы? Нет, мама, я хочу, чтобы у меня была своя машина. Я же должен научиться водить машину. Тогда спроси у отца. Мама, у вас же есть накопленные деньги. Зачем мне спрашивать у отца? Да, есть накопления. Но такой суммы нет, сынок. Сынок, посмотри мне в глаза. Никаких проблем у тебя нет? Да нет, мама, не переживайте. Просто я спросил, есть у вас деньги или нет. Ладно, я переоденусь, должен идти на работу. Подожди, откуда ты хочешь найти деньги? Что-нибудь придумаю, мама. Лишь бы он не начал что-нибудь. Да нет, Умар не такой. Лишь бы все закончилось хорошо. Что ты здесь делаешь? Да так просто. Сказать тебе кое-что, Мафтуна? Да. Не представляешь, вчера вечером мы так хорошо поужинали. С Джасуракиа в ресторане были. Что я должна представить? Спроси, что было потом. Хорошо, что было потом? Джасур пригласил на танец. Я согласилась. Потом мы танцевали вальс. Он крепко взял меня за талию. Серьезно? Неужели? Я этого от него совсем не ожидала. Джасур не хотел меня отпускать. Сказал, что чувствует себя спокойно, когда мы рядом. Вот так. Да вы что? Я почувствовала, как сильно бьется его сердце. Здорово. Было здорово, да? Вы сидели как влюбленные, да? Да. Все вокруг смотрели на нас. Да. Я сказала, что уже поздно. Надо вернуться домой. Ну? А он говорит, еще посидим. Мы сидели до 2 часов ночи. Вот так. Слушай, она не выдержала. Сбежала. Вы специально говорили громко, да, сестра? Пусть слышит. Мне нечего бояться. Будет знать, Джасур теперь мой. Ha ha ha!
Они все еще преследуют тебя? Да. Мараке. Что? Я хочу убежать отсюда. Что? Куда пойдешь? У меня нет денег. Я не могу расплатиться. У меня нет выхода. Простите меня, пожалуйста. Я должна уехать туда, где меня не найдут. Ося, я этого не допущу. Никуда ты не уедешь. Я не могу. Поймите меня правильно. Я же сказал, что я все решу. Нету, Мараке. 50 тысяч – это не шутка. Я знаю. Я же сказал, что решу. Я не хочу вас вмешивать в это. Я потеряла покой. Меня мучает совесть. Этого достаточно. Я и вас побеспокоила со своими проблемами. Слушай, Ося, мы хотим пожениться. Значит, теперь все проблемы и переживания будут общими. Ты меня поняла? Не надо делить на твои и мои. Мараке. Никаких «но». Не надо лишних слов. Теперь мы будем идти по одной дороге, ты поняла? Опять они звонят. Алло. Ася, что с деньгами? Слушай, я говорил тебе не беспокоить Осио. Завтра получишь свои деньги. Посмотрим, пусть настанет завтра. Больше не звони на этот номер. Откуда мы его найдем? Не можем найти. Надо приставить к стенке Анвара. Как? Он же за границей. И потом, какое отношение к этому делу имеет Анвар? Эти деньги должны были получить мы. Али, я чувствую. Все это подстроил Анвар. Ну и? Что ты советуешь сделать? Ты найди родственников Анвара в Ташкенте. Возьми их в руки. Допроси, помучай их. Потом позвони Анвару и покажи ему. У него не останется другого выхода. Тогда увидишь, как он запоет соловьем. Что-то я не подумал об этом пораньше. Мозги у тебя работают. Ты только будь осторожней, чтобы никто об этом не узнал. А ты? Ты мне не поможешь? У меня есть другие задания. Я должен хоть откуда найти Наргизу. Тогда ищи быстрее. Я поехал. Ладно, пока. Пока.